Первое объявление сообщения 20 декабря. В это же самое время, в этом же самом месте будет концерт выступления кого? Игоря Морозова. Батальонная разведка и все остальное. Все самые популярные любимые песни. Да. Так что 20 числа день рождения КГБ. И прочее там. Теперь, так, готовься. Вадим, что ты хотел сказать? Вадим Акулов. Обожди, вот здесь, микрофон иди. Это наш, обожди, сапкор Прады в Афганистане. Очень боевой человек, и сапкор обычно не лезет никуда, а он меня все, возьми на войну, возьми. Вот ходил на войну, еле же будет. Как бывший конферансье солдатской художественной самодеятельности времен Карибского кризиса. Нет, ты давай. Обхожусь своей лужёной глоткой без микрофона. Я хочу, ребята, сказать вам очень простую и короткую вещь. Вот Глебыч, я думаю, что он как поэт, ну как бард, это уже помягче, это для девушек в основном. Но как поэт, он войдет в антологию советской поэзии 21 века. Я подчеркиваю, советской и 21 века. Войдет хотя бы таким своим четверостишием. Отныне не кричат «Москва за нами», но, стиснув зубы, верят под огнем, что русское простреленное знамя мы все-таки поднимем. Еще есть привилегия, да. Ну, я, как всегда, добрый вечер, как всегда, с очередным объявлением. Так, 11 декабря в ДК МВД на Лубянке будет проводиться фестиваль Денисова. Ежегодный фестиваль проводится. Имейте в виду, это вечером. Везде объявления по интернету я раскидаю. Многим я в тот раз давал свои визитки, кто-то не был там, кто-то не приезжал. Вот, я когда проводил мероприятие в музее преодоления имени Николая Островского, там было все очень хорошо. Многие там были, знают. А это будет фестиваль, ежегодный фестиваль Денисова. Имейте в виду, у кого будет человек, милости прошу.